Okay. When your tongue когда твой fall, язык падает, L, yes? L. Latin L, not латинское law, L, not Texas, la. Кончик языка la. Должен быстро упасть на ля. Yeah. Not this. Не челюсть, la. А только here's язык. Open. La. Здесь открыто, второй рот открыт. La. So, when you make this, когда ты делаешь так языком, then gira la a fori. Идет как бы джира, то есть кручение воздуха вперед, выходит yes. воздух. But not some но не strange так. Things, yeah? Язык не должен мешать этому, да? Язык должен лежать и не мешать. Okay. Probien. Попробуй. Только одну нотку. Okay. Now it's okay. Было сейчас хорошо. Give me this tone. Octava unter. Give me this. Сделай так. Okay, but free. Свободно. Don't push. Не жми. Yes. You hear that you have. Слышишь, такие вот идут сипы небольшие, да? Because you use ты используешь to use the subnasal, not mascara. Это не маска, это как бы субназальная and позиция. And go high. И высокая гортань. This is for me very American school. Очень американская школа для маэстро. Italian is итальянская. Therefore we need this octava. Нам нужна эта октава ниже, да? One octave under. Еще раз, спой октаву. Yeah. Very big here, very little here. No? Нет. Посмотри. Not so big here. Здесь не надо очень сильно открывать. Okay. Просто опускается параллельно, look at, как бы. Don't can be correct, you know? Не может быть yeah. правильным, да? Don't change so much. Не меняй слишком много. А спусти нижний, вот здесь вот расслабь. Yes. Да. Yes. Okay, slowly, right up.